Спасибо. Следующая песня называется «Мишка Косолапый». И она ассоциируется. Мишка Косолап – это русский наш характер, что пока нас не трогают, и мы никого не трогаем. Вот, называется «Мишка Косолапый». Косолапый зимой в берлоге спит, и никого не трогает, громко не храпит. Не будите Мишку, покуда вы в уме, Мишка косолапый злой, когда в огне. Коли разбудили, не в защите, зайцы, лоси, лисы, подальше бегите, иначе весь лес заплачет на взрыв. Мишка косолапый добрый, пока он спит, поутру начнется веселье, словно русское похмелье. Лиса убежала неизвестно куда, от зайца и лося не осталось и следа. Коли разбудили, не в защите, зайцы, лоси, лисы, подальше бегите, иначе весь лес заплачет на взрыв. Мишка косолапый добрый, пока он спит, так русский дух никуда его не деть, как бы ни пытались его из нас стереть. Долго запрягаем, но быстрые езде, не мешайте нам идти по своей борозде. Коль разбудили, не в защите, зайцы, лоси, лисы, подальше бегите, иначе весь лес и заплачет на взрыв. Мишка косолапый добрый, пока он спит. Коль разбудили, не в защите, зайцы, лоси, лисы, подальше бегите, иначе весь лес заплачет на взрыв. Русский Мишка добрый, пока он спит.